В Шымкенте с 18 по 20 октября прошел Кубок мира по карате до Шотокан. На данном мероприятии акмолинские спортсмены заняли призовые места. Победители и тренера команды встречали родители и друзья. Спортсмены отметили, что все соперники были сильными. Айлин Дусинбаева, занявшая первое место в международных соревнованиях, занимается данным видом спорта более 7 лет. Турнир был очень тяжелый, было много стран, но некоторые ребята удалось завоевать первые места, вторые, третьи. И все же они получили какие-то места. Есть ребята, которые пролетели, но в следующий раз они будут готовиться лучше. Прошли соревнования по Кубку мира. Эмоции были незабываемые. В финале я встретился со своим сокомандником Лихач Владислав. Мы провели отличный бой. Соревнования прошли на высшем уровне. Всем спасибо. Я благодарен. В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из 9 стран мира. Из Акмолинской области выступили 15 каратистов. По итогам чемпионата сборная команда региона завоевала 2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые медали. Это мероприятие стало возможным благодаря совместной работе и поддержке акмолинцев. Хочу поблагодарить всех вас. В дальнейшем спортсмены примут участие в чемпионате мира в Ташкенте. В ближайшее время акмолинские спортсмены начнут подготовку к предстоящим соревнованиям. Впереди чемпионат мира в Ташкенте. К данному событию команда относится со всей серьезностью. Эдуард Погребицкий, Сабина Жемшитова, Павел Соловьев, Кокшак, Парад.